Я считаю, что это очень, хоть и непростой, но очень правильный шаг партии по пути, с одной стороны, демократизации вообще выборного процесса, а с другой стороны, именно выявление тех людей, лидеров, которых поддерживают население, избиратели, которые могут аргументированно объяснить свою позицию. Нынешние требования, они будут способствовать формированию таких навыков у той части желающих баллотироваться, кто такими навыками не обладает или ему не приходилось этим заниматься. Это направлено в первую очередь, еще раз хочу подчеркнуть, на то, чтобы установить обратную связь с населением, с избирателями. Я считаю, вот главная задача и достижение вот такой формы предварительного голосования заключается именно в этом.